Виртуальная реальность пришла в школы Нижнего Новгорода летом этого года. С помощью VR-очков и специальной программы школьники и учителя погружаются в виртуальную реальность, применяя на практике полученные знания. Первым предметом стали основы безопасности жизнедеятельности. По словам разработчиков, погрузиться в виртуальный мир ученики смогут на предметах естественной направленности. Сценариев сейчас разрабатывается достаточно много. Вот, если мы говорим о химии, то тут есть и редкоземельные металлы, и там кислотные озера. По воде есть разные сценарии. Это мы апробировали программу уже на учителях более чем 40 регионов, в которых сейчас используется эта технология. Учителя, которые в своей работе будут использовать технологии дополнительной виртуальной реальности, пройдут обучение в иммерсивном цехе на базе нового технопарка универсальных педагогических компетенций Мининского университета. Проект реализуется Министерством просвещения России в соответствии с посланием президента Федеральному собранию. В Нижнем Новгороде откроется один из самых больших технопарков универсальных педагогических компетенций. Это почти 2500 квадратных метров, 4 этажа. Мы закончим реализацию этого проекта к концу декабря этого года. И уже сейчас для того, чтобы это был рабочий инструмент, и мы его видим, причем как инструмент, естественно, не только для университета, а как инструмент для всего Нижегородского региона. Здесь, безусловно, каждому ребенку надо будет вот иметь вот этот индивидуальный подход, но однозначно, что то, что мы стартуем это в нашем регионе, в нашем Нижнем Новгороде, позволит накопить ту самую базу, необходимую для того, чтобы коллеги из других регионов увидели, посмотрели, что-то взяли, что-то сделали иначе, тем более в рамках того, что сейчас по всей России создаются педагогические технопарки. Это вообще уникальная комбинация, которая есть у нас. Потенциал этого действительно огромный, и нужно двигаться в ногу со временем, во-первых. Во-вторых, использовать возможности высших учебных заведений и IT-компаний, которые позволяют повысить качество обучения в общеобразовательных школах Нижнего Новгорода. В настоящее время обучение работы с новыми технологиями прошли 100 учителей из 20 нижегородских школ. Служба информации Ольга Абрамова.